Не нашли мы пещеру, которая вела бы прямо вниз к кратеру, поэтому мы выбрали более экстремальный путь – спуститься на своих двух. Надеюсь, мы не попереломаем себе ноги. А еще в этом кратере прикольное эхо. О, да, тяжела твоя жизнь, когда ты умеешь только ползать. Давай, Джеки, я верю в тебя. Красавчик. Такое ощущение, что мы в ад какой-то спустились. И вправду, чертики вон бегают. А вон и вертик валяется. Правда, он под охраной вот этого мутанта. О, бомба часовая полетела. Кишки! Чё за топот? Вот этот нежданчик, я думал, он сюда не залезет. Джеки, держись, сейчас я его копилку растормашу. Да что ты будешь делать? Ладно, план Б. Подорвать эту копилку. О, какой дождик и жирца. Вот что делает с тобой Макдак. Наконец-то мы спустились в этот кратер и, собственно, добрались до этого вертика. Надеюсь, что тут будет что-нибудь путнее. Мачете. Круто. Мы, правда, не в джунглях, а в лесах, но тоже пойдет. Похоже на то, что кроме мачете здесь больше ни шиша нет. О, прикольный салон. Кожаный. Чё смотришь? А, чешуеть. Это чё за технология? И... вот это двери. Не, я не хочу в преисподнюю. Рано мне ещё туда. Короче, дождались ночи и решили все-таки зайти в эти двери. Тут какой-то механизм. Можно камушки положить? По всей видимости, мы что-то сломали. Пещерка тут, конечно, зачетная. Вот только света бы побольше. И кто это все сделал? И на кой черт это все сдалось кому-то? Какие-то туннели, мостики каменные. Куча крови, как обычно. Джеки, ты что-нибудь подозрительное видишь, а? Я вот ничего не вижу. Чё там? Ножка. Улики! Это ножка от робота Тимми. Значит, мы на верном пути. Ты слышишь звуки барабана? Или это эхо такое? Джеки, подожди меня! Еще одна дверь. В этот раз она закрыта и не открывается. Ну капец. Наверняка должна быть где-то лазейка. Эти звуки мне не очень нравятся. А? Джеки, ты что сделал? Куда встал? Что нажал? Что за магия? О, там люди. Пойдем познакомимся, что ли? Здрасте. Получите по мордасти. Вы что, тут не один? О, так вас тут куча. У вас тут пати, что ли, намечалось? Боюсь, ребята, я вашу пати сейчас разбомблю. Ну куда же вы побежали-то? Блин, придется вручную разбираться. Чуваки, от вас очень плохо пахнет. Видимо, вы месяцок-другой не были. А ну иди сюда. Я не провел еще с тобой профилактическую беседу. Джеки, дай ему леща сзади. Красавчик. Все, ваша профилактика закончилась. Джеки, как ты думаешь, кто эти... Че за шум? О, здорово! Джеки, у нас тут спортсмен. Кажется, ему что-то не нравится. Мне бы тоже не нравилось, если бы в спортзале не было музыки. Черт, кассет в плеер не ставил. Ну-ка. О, да. Качай головой. Походу, эта песня ему не очень нравится. А что ты на это скажешь? О, да. Ну что ты будешь делать? Еще одна дверь такая.
И что-то там очень стрёмные звуки. Ой, ё-моё. Мы реально в ад какой-то вошли. Видал, как могу. Через металлическую дверь пропилил всех. Джеки, хорош на бомбы смотреть. Давай кидай уже. Тик-так, тик-так. Обожаю что-нибудь разрушать, подрывать. Столько эмоций доставляет. О, кассета. И куча писулек. Короче, карта показывает, что мы вышли в старые туннели, в которых мы уже были. Голубичка моя, заберу я тебя. Замечательно. Будет чем похомячиться в пещерах. Джеки, ты куда меня привел? Чё ты за могильник? Чё-то тут как-то стремновато. Что там? О, видеокамера! Балдежно. Можно кинцо посмотреть. Или свое поснимать. А тут что? Смотри, тут карточка какая-то. Блин, эта карта, наверное, подойдет к каюте на корабле. Надо бы туда снова сплавать. Приложить эту карточку. Ладно, пришло время кинца. Надо что-нибудь посмотреть. Что в этих кассетах? Да уж, кинцо не длительное. Смотрим следующую кассету. Что это за инопланетная фигня была? Может быть, в следующей кассете будет разгадка? Какого черта тут происходило? Смотри, как его колбасит. Джеки, ты что тут нашел? Аж мать ее... О! Джеки, ты что, в бане собрался? Или ты после душ в окровавленном халатике? Да ладно, Джеки, ты что, постеснялся, что ли? Переоделся. А я вот хочу себе халатик. О, да. Ну что, в баньку пойдем? Нашли еще одну кассету. Сейчас глянем, что там. По-моему, это та же вертушка, которую мы увидели в кратере. Она разбилась. Скрещиваем пальчики. Надеюсь, что эта карточка подойдет сюда. Чё? Да ладно, не подходит, что ли? Чё, зря перлись в такую даль? Ну капец. Просто кидалово из кидалово. Джеки! А, вот ты. Короче, зря перлись, пошли отсюда. Джеки нам шил чудеснейшие просто костюмы, точнее шубы. Вот так вот они выглядят. Теперь мы можем ходить по снегу и не мерзнуть. Чем, в принципе, мы сейчас и займемся. Где же эту фотку можно было сделать? Вроде бы гора похожа. Деревья тоже, но где-то здесь, вот прям я чувствую. А вот, собственно, и клад. Нашли его. Тут у нас, что там, пестик. Точнее, часть от пестика. Веревочка. Патрики. Ну, такой себе. Гляди, какие мы все костюмчики нашли крутые. Типа люди в черном, которые ищут клад. Почти как пираты. Йо-хо-хо и бутылка яблочного сока. Правда, я не понимаю, во что Джеки смотрит. У него там просто листок бумаги. Джеки завел меня в какую-то пещеру. Говорит, я тут что-то нашел. Да ладно. Акваланг! С баллонами! Шиша, ты нашел, чё? Это ж означает, что мы теперь можем плавать под водой, сколь захотим. Чума. Ну-ка, пойдем протестим. Прям вот в этой. Ты где, Джеки? Джеки? Ты куда? А, Джеки уже поплыл. Блин, классная штука. Еще и с фонариком. Теперь вообще все видно под водой. О, снова эти двери. Не очень хороший знак, но, походу, другого выхода нет, как узнать, что за ними. Ладно, Джеки, пойдем рискнем.